прогноз на матч ничего не могу сказать, потому что нам, по идее, вот тем, которые сегодня приехали, результат абсолютно не важен. Дело в том, что, как всем уже известно, у нас проблема в нашей команде, у нас сняли главного тренера и исполняющий обязанности директора, что мы как бы своим поведением, ну и баннерами, просто не согласны с этим, как и вся команда. Вот, поэтому мы приехали именно поддержать, да, поддержать наше руководство, наши команды. Ну, ваша новая арена для нас очень, ну, меня лично впечатлила, честно скажу, по сравнению с нашей новой ареной. Смазал немножко этот гол в концовке.
так, ну, наверное, 2 очка тоже в копилку. Сейчас, в принципе, каждое очко на золото. Период, да, все 3 были тяжелые периоды. Самый тяжелый овертайм. Вот, а так, не можем забить в большинстве в последнее время. И довольно много пропускаем в меньшинстве. Почему? Вроде на тренировках над этим работаете, а не получается. Ну, не знаю, пока не можем найти нити. Наверное, надо забить какой-то один рабочий гол, чтобы пошло наконец. Хочу пожелать команде «Лады» удачи и с победой сегодня вечером. Я считаю, заслуженная победа, они хотели эту победу. Я просто одно хочу сказать при такой ситуации, которая сложилась вокруг нашей команды. Благодарен ребятам, что они не складывают руку и руки борются в каждом матче. Вот. В надежде на лучшие времена, но я думаю, они настанут, потому что есть, как сказать, обещания от губернатора. Вот. По игре, что я могу сказать, не скажу, что там «Лада» была сильнее, мы сильнее были, игра была равная. Игра была по большому счету равная, с равными шансами, но тем не менее, на мой взгляд, мы сегодня потеряли очко, нежели набрали 2. Почему? Потому что при счете 3-2 они забили булит. Скажем так, уже четвертый по счету подряд. При том, что если предыдущие 3 нас вели булиты, далеко не булитеры, то сейчас штатный булитер вел, не забил. Ну и не дотерпели при счете 3-2 до конца игры, не сыграли надежно в обороне. Допустили несколько ошибок, приведших к необязательным удалениям. Ну и не дотянули буквально минуту. Должен сказать, что тот игрок, который оставил команду необоснованно в меньшинстве, будет наказан материально и выведен из состава на следующую игру.